Приехали мы на обед. Тут у нас на обед, который входит в стоимость экскурсии. Суп со шпинатом. Возможно, что это шпинат. Булгур с мясом. Салат. А это, скорее всего, кускус. Скорее всего, это национальное блюдо. На одного стакана сока 30 лир. В этом супе оказывается не шпинат, а возможно только капуста, но он такой густой. Суп-пюре, походу, овощной. Сок у них реально свежевыжатый. Чувствуется мякоть. Вкусно. Вот судя по количеству столов, вместо нашего обеда, похоже на заводскую столовую. Вот так выглядит внешний вид этого здания. А это, скорее всего, склад продукции. Вилюке. Это там, где производят кондитерские изделия. Оказывается, это не заводская столовая была, а ресторан Санта-Клаус. Особенность этого названия было то, что вывеска расположена на дверях, а не на вот этом козырьке.